Если выбивает автомат, что делать? Нужно выяснить причину. А для этого необходимо четко понять то, как выбивает автомат. Если выбивает автомат мгновенно, в момент его включения или включения какого-либо электроприбора или света, выбивает его со вспышкой, хлопком или искрами, значит, точно имеется короткое замыкание. Тот электроприбор, включение которого выбивает автомат, и есть источник короткого замыкания. Он неисправен. Если не ясно, какой электроприбор выбивает автомат, следует выключить этот автомат, отключить из сети все электроприборы, вынуть все вилки из розеток, выключить каждый светильник своим выключателем, а затем включить этот автомат. Автомат выбивает, значит, короткое замыкание в электропроводке. И вам нужен электрик, чтобы отремонтировать. Автомат не выбивает, значит, неисправен один из электроприборов, которые вы выключили из сети. Необходимо по очереди, последовательно, включить в сеть все выключенные ранее электроприборы. Каждую вилку включить в свою розетку. Выключателем включить свои светильники. Тот электроприбор, включение которого выбивает автомат, и есть источник неисправности, источник короткого замыкания. Полное видео смотрите по ссылке внизу экрана или по ссылке в описании к видео.